Водители автобусов в Шымкенте оказались злостными нарушителями правил дорожного движения. Всего за два дня они нарушили правила дорожного движения 268 раз. Неизвестно, сколько еще нарушений не попало в поле зрения полицейских и камер видеонаблюдения. В городе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Чаще всего родители разговаривают за рулем по телефону, не пристегивают ремни безопасности и нарушают правила маневрирования и перевозки пассажиров. В отношении водителей были составлены административные протоколы. Жители Шымкента говорят, в общественном транспорте безопасно они себя не чувствуют. Некоторые водители, кроме игнорирования правил дорожного движения, не соблюдают культуру поведения. Иногда за руку хватают, говорят, типа, ты опотил, ты опотил. Бывает, резко тормозят, резко трогаются. И сейчас не очень много, но ведут разговоры по телефону. Водитель разговаривает по телефону. Я несколько раз делала замечания, потому что они отвлекаются, они держат в руках, одной рукой они ведут руль, ведут автобус. Эксперты говорят, одних профилактических бесед мало. Водители должны проходить полноценное обучение, чтобы знать правила дорожного движения и как вести себя с пассажирами. Сейчас в стране кадровый дефицит этих сотрудников. Именно поэтому многие не боятся увольнения и нарушают ПДД, даже зная, что штраф будут платить сами. Сами водители ведут себя из-за этого очень нагло. Вот они себе позволяют многое, потому что чувствуют свою неприкосновенность именно тем, что их не так тяжело уволить, если мы уволим всех водителей, некому водить. Вот. Надо пересматривать законы, нужно менять именно подход к водителям, улучшать именно базу обучающих. Сегодня практически отсутствуют какие-то профилирующие колледжи, которые выпускают готовых водителей. Чтобы сесть за руль общественного транспорта, нужен 5-летний стаж. Он есть не у всех водителей. Специалисты говорят, стаж нужно сокращать, но взамен готовить профессиональных водителей, прошедших стажировку в течение нескольких месяцев. В прошлом году в стране произошла череда дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта. Аварии нанесли вред здоровью и унесли жизни людей. Анастасия Новикова, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Утрар».